Что если не будет ветра? Ветер считается одним из самых разрушительных стихийных бедств в мире. Последствия ураганов бывают внушительными. Максимальная скорость ветра 406 км в час была зафиксирована учеными в 1996 году на австралийском острове Бароу. Самый смертоносный циклон за всю историю обрушился на Бангладеш и Индию в 1970 году. Он унес 500 тысяч жизней. Но задумывались ли вы о том, что будет, если ветер исчезнет вовсе? Ветер возникает вследствие перемешивания атмосферы. Для того, чтобы наша атмосфера перестала перемешиваться, она должна полностью затвердеть. Теоретически это может произойти при температуре порядка 50 градусов выше абсолютного нуля. Абсолютный ноль температуры – это минимальный предел температуры, которую может иметь физическое тело. По шкале Цельсия абсолютному нулю соответствует температура минус 273 градуса. Такое изменение температуры может случиться, если Солнце внезапно полностью исчезнет из Солнечной системы. Понятное дело, что и жизнь мгновенно прекратится. Но если на планете воцарится полный штиль, это когда скорость ветра не превышает 0,2 метра в секунду, скорее всего, мы задохнемся. Ведь даже если мы не чувствуем ветра, он все равно есть. Ветер — это газообмен, стремление от более высокого к низкому, от более высокой концентрации газа к меньшей. Поэтому отсутствие ветра приведет к неминуемому удушью. Однажды такая проблема стала на борту Международной космической станции. Когда космонавты дышат в невесомости, возле дыхательных путей образуется большая концентрация углекислого газа, что приводит к гипоксии, поэтому вопрос был решен при помощи обычных вентиляторов. Однако, если бы ветер прекратился, температура не изменилась бы, просто мы стали бы ощущать ее по-другому. Поэтому в некоторых местах стало бы по ощущениям очень холодно, а в других очень жарко. Дождь был бы только в тех местах, где есть вода. Остальная поверхность Земли просто высохнет, так как нет ветра для транспортировки дождя. Ни одна птица не сможет подняться в небо, ведь ветер помогает птицам летать. Кстати, ни один самолет тоже не сможет взлететь, ведь чем сильнее встречный ветер, тем на большую высоту сможет подняться самолет. А еще исчезнет множество растительных культур, семена которых распространяются при помощи ветра. Также могут исчезнуть некоторые виды животного мира, которые используют ветер, чтобы определять приближение хищника. Электрические станции, которые работают благодаря ветру, станут нерабочими и оставят без электричества регионы, которые зависят от ветряков. А еще без ветра пропадет множество видов спорта и развлечений. Дельтапланеризм, полеты на воздушных шарах, парусный спорт, запуск воздушных змеев и многое-многое другое. В решении этой проблемы могут помочь грибы. Да-да, именно они. Как, спросите вы? Очень просто. Когда наступает полный штиль, грибы начинают вырабатывать водяной пар, который слегка охлаждает воздух. Таким образом создаются потоки, которые немного меняют скорость ветра. Одним словом, сильный ветер может принести человечеству множество проблем в равной степени, как и его отсутствие. Вы знаете, какие виды ветров существуют на Земле и что это за ветра? Пишите об этом в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.